Всем привет! Берем болгарский перец и нарезаем его на полосочки. Грибы нарезаем так, как вам удобно. У меня грибы среднего размера, я не буду их резать слишком мелко. Вот такие кусочки. Лук нарезаем полукольцами. Или вот так, как вам понравится. Добавляем чеснок. Я его пропустила через пресс. Если вы хотите, можете его просто мелко порубить. Все овощи тоже, которые мы подготовили заранее, добавляем, естественно, курица. Из специй у нас соль. Молотый черный перец. Молотый кориандр. Если вы хотите более поострее, можете добавить сюда чили. Также можно добавить сюда паприку, любые другие специи, которые вам по вкусу. Я хочу на этот раз подсластить немного блюдо, поэтому я добавлю мед. Этого делать не обязательно, по вашему усмотрению. Добавим также масло. У меня подсолнечное, если вы хотите, замените его оливковым. Можете добавить сюда любое другое, в принципе, масло, которое вам нравится. Хотите сливочное, хотите подсолнечное. А также красное вино. Я не буду добавлять много. Готовить мы будем в духовке час. Духовку разогреваем на 200 градусов. И противень мы будем закрывать плотно фольгой. Вместо вина вы можете использовать уксус или можете использовать бальзамический уксус. Снимаем фольгу аккуратно, не обожгитесь паром. Возвращаем еще на полчаса в духовку, периодически переворачивая кусочки курицы. Вот такая замечательная и вкусная курица у нас получается. Спасибо большое, что готовили сегодня вместе со мной. И не забыли поддержать меня лайком. Подписывайтесь к нам на канал, оставляйте ваши комментарии. Приятного аппетита!